Всем привет! Сегодня я решил начать записывать видосы про линейку героев и рассказывать про талантики, которые куда подойдут, потому что на стримах очень много людей спрашивают одно и то же. Каждый стрим по сотне вопросов об одном и том же герое, что ему ставить. Решил начать записывать вот такие вот видосы, рассказывать, какой куда талант применять и какой герой действительно будет имбой. Тем более, если он у вас один и у вас нету возможности его прокачивать. Ну, допустим, как у меня много разных героев и с разными талантиками. Сегодня у нас обзор будет не о Суккубе, а именно об Варжее. Без этого героя и против этого героя в PvP-режимах вам, честно говоря, делать нечего. И в дальнейшем, я не знаю, какую еще они имбу введут, но сейчас, на данный момент, этот герой есть самый топовый. Так, ну, в принципе, обзоры вы на него уже видели, что он может, где он применяется. Я вам так вкратце расскажу, что с талантов надо ему ставить. И с каким талантом он будет действительно полезен, если он у вас будет на аккаунте один. Так, сразу говорю, с богом войны он не ахти. Многие там кричат, вот имба с богом войны нагибает. Ну, может, он у вас там на ваших топах нагибает, но в действительности, в реальности бог войны ему никак не подходит, потому что у него, во-первых, мало жизни, и его быстро ушатают, либо он быстрее убьется. Есть вариант для вас сделать с бастом, будет универсальный, но он также будет себя убивать и очень быстро будет проседать. Следующий вариант, огненная защита. Этот талантик будет для него одним из топовых, потому что он, помимо того, что поглощает 45% входящего урона и возвращает его обратно герою, который атаковал вашего ворожая, также он 50, точнее, он на 45% понижает и 45 возвращает, то есть у вас фактически по герою проходит 55%. Но есть, но этот талант блокируется Арясом, но так как у ворожая стоит иммун, то есть он без проблем будет справляться. Вот видите, иммун к молчанке и бедствию. То есть ворожаю это пофиг. Этот будет талантик одним из топовых. Но самый топовый на сегодня это Каменка. Я тестировал этого героя во всех локациях. И скажу вам так. Каменка для него самый топовый талант. Самое главное для ворожая это выстоять против других. Чем дольше он выстоит, тем больше у вас шансов просто слить вражескую пачку. Если же вашего ворожая сольют первым, ну, в принципе, у вас шансов практически нет. А что по... Многие спрашивают, что ставить по чарам. Ну, это я поменял, вот недавно поставил ослеплялку ради теста на битве киллей. Ему подходит проклятое поле, которое дает 10% урона дополнительных вражеским героям, которые атаковали на 10 секунд. Также, давайте сейчас перейдем, так чтобы наглядно. Вот у меня стояло проклятое поле 5 уровня. Также ему можно попробовать передачу энергии, которая будет повышать его атаку. Ну, честно скажу вам так, что атака для него не столь важна, самое главное, чтобы он дольше простоял. Поэтому одним из топовых талантиков будет раскаленный доспех. Он будет давать 25% к жизни, это немало. Также есть вариант на нем потестировать хранитель леса, который будет восстанавливать на 5 уровне 30% здоровья, это тоже неплохо. И также будет снимать негативное состояние. И одним, если вы хотите уже себе там топового дамагера, то есть на бастионы, именно на бастионы можно поставить победный выпад, который будет давать вам еще дополнительно 25% урона. Ну, я сразу вам советую этого не делать, потому что героя надо собирать на максимальный деф, чтобы он
действительно дольше простоял против других. По созвездиям. По созвездиям многие спрашивают, что ставить. Многие там орут, вот, уклонение не топовое. Если у тебя там стоит отражалка, это все фигня. Уклонение подходит для абсолютно любого талантика. Ваш герой будет уклоняться. И это, скажем так, для ворожая самое топовое созвездие. Да, созвездие самое топовое будет, потому что его задача чем подольше продержаться. Можно ставить крит сопротивления, но вы, по вас будут попадать полностью все удары. Поэтому как бы смысла в, там, в жизни, смысла крит сопротивления там ставят, крит урон, крит удар, удар, это все фигня. Если вы хотите действительно топовый, у вас есть возможность, ставьте уклонение. Если у вас нет возможности донатить много, ставьте крит сопротивления, жизнь, но никогда не говорите, что там ворожай с каменкой говно. Ворожай с каменкой самый топовый получается. Сейчас, на данный момент, все прокачки ваши зависят, ну, скажем так, имбовость вашего героя зависит от того, какие у него будут созвездия и какие чары. Ну, уже теперь, естественно, у нас ввели 12-е скиллы, на которые надо около 100 тысяч кулачков. Я не знаю, откуда без донаты будут их брать, но и в дальнейшем по-любому у нас и ворожай будет с 12-м скиллом. Не знаю, что ему там еще добавят. Скажем так, этого героя и так хватает в такой сборке. Давайте я вам сейчас немного покажу просто в рейде. Я не знаю, как мы, конечно, на разных противников будем попадать. Вот у нас сейчас собран вот такой вот ворожай с огненной защитой. Посмотрим, что он сможет. Может, против нас стрелок попадет. Так, смотрим. Вот есть стрелок. Ну вот, урон, как видите, 270 тысяч. Конечно, рейд это не показательная, скажем так, локация. Но все же. Ну, понятно, ладно. Даже не будем тут тестить. Давайте забежим в экспедицию. Может, мы там найдем какую-то интересную одну расстановку. Я сейчас их сделаю всех одинаковыми. Так, убрать. Вот у нас есть три ворожая. Мы сейчас просто в экспедиции на одной какой-то расстановке их затестим и посмотрим. Так. По тестам, где я его тестировал, в основном это было больше, ну, в большинстве случаев это лаборатория, это PvP-локация. Ворожай именно с каменкой дольше всех простоял. И благодаря этому пачка дольше всех держалась. Так, ну давайте посмотрим. Так, это кто у нас такой в топоре? Не понял. Ну-ка, еще раз, вроде все поснимал. Так, смотрим. Давайте, в принципе, по одному будем тестировать, чтобы у нас не было никаких вопросов, потому что они бывают вперемешку попадают. Так, у нас первый. Это с бастионом будет. Сейчас я беру у него топор. Хотя здесь сейчас не показывает, видите, а здесь уже. Так, этого мы уберем с кубка. Этого с медальки уберем. Так, побежали. Первое у нас будет с бастом.
Тут, конечно, расстановочка. Точнее, герои, как видите, он сейчас их просто посливает. Ну вот урон 70 тысяч. 80. Не очень большой. Но зато можно потестировать, посмотреть. Ну, конечно, он и не проседает. То есть по урону где-то в среднем около 70-90. Так, теперь посмотрим на ворожея. С огненной защитой. Сейчас мы посмотрим на атаку, а потом найдем какую-то посерьезнее базу и посмотрим на то, как они будут стоять. Вот видите, уклонение работает. Сразу урон видно, да, что у него намного меньше стал урон. В районе 50 тысяч. Вот вам бастион. Разница между бастионом и всеми остальными. Ну, тут ослепление мое еще работает. Ну, вот, до 60 тысяч бьет. Не очень много. Ну и с, в принципе, с каменкой аналогично будет точно так же бить. Но основная задача ворожая — это не убивать. Его основная задача — это наложить кучу дебафов, отхилить и простоять чем дольше, потому что если его сольют, то сольют в основном и пачку вашу. Поэтому ворожая надо собирать именно на деф. Так, ну давайте тут попробуем опять. Ну то же самое. 50 тысяч. 40-50. Так, в принципе, понятно. Давайте сейчас некросами зачистим быстренько все. Найдем посильнее противника. Так, опять слабенькие противники. Сейчас дальше найдем. Вот тут уже получше, вот тут можно будет потестировать. Так, ну пускаем с каменкой первого. Вот по нему даже урон прошел. В принципе, это не страшно. Новый питомец. 50 тысяч, это потолок. Сейчас посмотрим, как долго его будут убивать. Так, хранитель бьет. Ну, как видите, да, 5000. Ну, скажем так, простоял. Неплохо простоял. Давайте теперь убираем. Ставим следующего. С огненной защитой. Плюс огненной защиты то, что помимо того, что у него пониженный входящий урон, также идет дополнительная... Дополнительный урон это обратки. Если у вас будет пачка с огненками, как у меня есть, это очень круто. Единственное, что может заблокировать, это арес. Но сам ворожай сам снимает блочку с других героев. Это тоже очень хорошо. Так, смотрим. Ай, его сейчас, конечно... Видите, он, конечно, не так, как тот зашел, но видно, что по урону даже вот от одного гаргола он проседает намного серьезней, чем с каменкой.
Но Гаргулу также, как видите, идет обратка. Вот он хилит себя, и у него сразу же обратка идет. Так, и теперь у нас последний с бастом. Если, конечно, у вас нет вариантов там в выборе таланта, можно поставить ему и стойкость, можно поставить ему и корку. Но я делаю это видео для тех, кто в дальнейшем планирует полноценно использовать этого героя. Не жалейте на него ресурсов, его надо в первую очередь вкачивать сейчас, на данный момент. Возможно, в следующей обнове там у нас выйдет опять новая имба. Но пока имеем вот это. Так. Ну, урон на 30к больше. Опять Гаргул один выбежал. Ну, вот видите сами, как он проседает. Он просто просел, даже ничего толком не смог сделать. Вот поэтому все-таки настоятельно рекомендую качать ему каменку. Не делайте из него там убийцу. Лучше пусть он дольше проживет, но сделает, принесет вам больше пользы. Все. Всем, в принципе, пока. Обзорчик вам сделал. Каждый уже сам решит, что ему качать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии, я их тоже читаю, иногда угораю над ними, потому что бывает такое, пишут, что реально просто смешно. Все, всем поворожаю в следующем году, всем пока.